Ну что, ребят, приветствую, мы продолжаем проходить игру Сомак. Заметили, вот эта картиночка, да, как в Dreamfall, как в Dreamfall, ссылочка писали на плейлист, поменялась. Она была единой, помните, она вначале была единая, а сейчас как бы нет. В общем, мы продолжаем проходить игру Сомак, бля, прошлой серии, бля, ебануться, хотя ебанешься. Что там был, какой-то монстр, че не монстр, ну там ссылочка тоже в описании на плейлист, на сумму, в принципе, да, и в верхнем правом или левом углах, там на предыдущую серию, да, подсказочка выскочила, и на плейлист тоже выскочила подсказочка. Посмотрите, с самого начала игра очень классная, игра очень суперская, я бы сказал. Мы, блядь, сегодня продолжаем, видимо, я не знаю, финал, не финал у нас, но, блядь, мне кажется, что финал скорее, ну, я не знаю, блядь, честно. Мы на Тау, по факту, мы спустились, я так понимаю, ковчегу, еще не ковчегу. Сейчас должен быть финал, получается. Ну, по логике, да, вещей. Может быть, нет. Может, не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь. Но сегодня, в любом случае, очень длинно будет. Очень длинно будет. Сверхдлинная будет серия. Поэтому, Саша, поудобнее взять близко. За день. Приятно 50 кушать, приятно чипитиков, пить или 50 воды. Поэтому просмотр. А если вы не наложились покушать, то наложите пока что, да. Саша, паузу наложите, потому что серия будет пизда какая длинная. Очень длинная. Поэтому просмотр. А мы, собственно, продолжаем данное путешествие. Мы реально финал, смотрите, Саймон добрался до станции Тау, должен находиться ковчег. Теперь Саймону надо найти ковчег и забрать его на станцию Фи, где его можно будет запустить в космос. Собственно, что я думаю? Дай-ка перед открытием я посмотрю. Ой, чё. Прошлой серии у нас с вами не удалось, да, это сделать. Попробуем сейчас. Не знаю, получится или нет. Пошли к фаршику с тобой ебанем. На всякий случай, да, потому что там что-то прям... Не знаю, как короче, ща пробегусь. Мне правда интересно кое-что. Здесь мы спрятались туда сами, да, он нас нашел, блядь. Здесь не сквозное, да, у нас? Здесь у нас не сквозное. Ну, нам, конечно, там на той локации просто бегать нужно будет, скорее всего, как я думаю. Скорее всего, вот здесь нужно сбежаться. В общем, какой план у меня, смотрите. Мы сейчас открываем, он появляется. Я забегаю резко. Опа, бамс. Потом побежал вот сюда. Бамс. Потом побежал сюда. Бамс. Потом побежал сюда. Бамс, и побежал как раз туда. Вот сюда побежал. Нормальная идея? Попробуем. Давай, я готов. Давайте, ребят. Попробуем сейчас такую тему против этого монстра. Вот он ломится. Не знаю, куда я бегу. Первый дверь. Попавшийся мне. Блять, сразу нахуй. А, ну это ловушка, да, для себя же, блять. Вот он здесь. Сейчас он забежит сюда, я пробегу.
Давай, уебан. Здорово. Ну давай. О, бля. Засал. Будет там и засал. Пососал какие-то. Открой, 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 открой. Закрываем. Открываем. Пососал хуй сам. Я забазарил, пососал хуя. Огромного. Закрываем. А где второй, блядь? А, нихуя. Здорово. А где второй-то, блядь? Все, пока. Пока идем спокойненько. Пососал. Пососи, блядь, как ему мандражит нахуй. Пососал членом. Так. А где вторая-то, блядь? Дверь, а вот она. Кто нашел? Член, пососи мой огромный. Ну, открывайся речь, ебать. Какого огромного члена пососал, просто отсосал. С первого раза получается, ну как, со второго? Не с первого, со второго раза. Со второго раза, Руслан, пошел, десятый. Сюда? Да. Нам сюда с вами. О, пососал членом максимально, блядь. Бот ебаный. Короче, он прям максимально простой, когда, блядь, ебать, мне мандражит. Он оказался довольно-таки простым. Просто надо было реально побегать просто от него и все позакрывать двери. Он открывает их. Он просто их ломает тупо. Якобы ломает, но открывает якобы. Надо просто было побегать кругами и все. Я примерно так и думал. Вот, после прошлой серии примерно думал, ну, думал так, что нужно так побегать, потому что, ну, не просто так у нас такая круговая система сделана, да, типа, в самой локации. Побегали от него, видите, все просто. Бля, только, конечно, долго искали второй выход. Он долго открывался, но все. Так, let's go. Пососал? Да не надо, блядь. Думаете, стоит, не стоит? Бля, страшная хуйня, страшная. Давай попробуем, посмотрим, что. Разве нельзя ему помочь? Нет. Успокоительные закончились. Был бы пистолет, пора было бы его достать. Ха. Не ожидала, что так все кончится. Надо было сесть на подъемник до омикрона. Без ковчега? Забудьте вы о ковчеге. Нет, не надо так говорить. Это единственное, что осталось ценного, вы же знаете. Да, да. Не бросайте его. Когда-нибудь мы все умрем, что тогда? Лучше храните его до тех пор. Нельзя же, чтобы Нил его забрала и поглотила целиком. Простите, Кэтрин. Все нормально, Ян. Забудьте. Просто забудьте.
жесткая тема. Блять, ну погнали еще. Давай, 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 речь, давай. Ебать, охуеть. Охуеть. Что же мы нахрен наделали? Эй, постарайтесь об этом не думать. Всю свою жизнь я был хорошим человеком. Мы все запороли, Сара. Тише, тише. Надо было лететь, рискнуть. Еще есть время. Ивашкин говорит, можно снова попробовать, пока все уляжется. Это нужно сделать, понимаете? Просто нужно. Бля, ну жестко, тема жестко. В туалет, блядь. Бай-бай. Ну, нам, наверное, сюда с тобой. Бля, давай не трясет все, хватит страха. Уходи, Нио. Я тебя не впущу, и болванчиков твоих тоже. Черт. Понятно. Нам не сюда, значит. Сюда, может быть, нам нахуй не надо. Столько дверей, блядь. Но поглотит все, блядь. Кто поглотит, блядь, мальчик? Успокойся. Давай не будем медлить. Фу, блядь. Подожди, что? Да нет. Ошибка, блядь. Точно всегда заставляет, понимаешь? А это вот здесь. До свидания, блядь. А, мы должны груз еще найти, ебать. Хорошо. А здесь всего нету, да? Сейчас какой-то хуй, да, выскочит, я уверен, да. Ну похуй, я буду наверх.
Видимо, на нем должно. Нет. Нам наверх идти чё? Бля, ебать, он не хочет туда. Не похуй, я сразу закрою, блядь. Она, блядь. Да, нахуй. Понятно, блять. После столкновения 12 января небольшое структурное повреждение не работает. Радиус. На 7 января связь восстановлена на микроне и остальном патосе 2. Все живы. А 3 апреля отказывает связь между станциями с зондом Умар. И постоянно теряют подключение. Необходимо срочный ремонт, пока не будет восстановлена связь. Тау не может вызвать подъемник. Не хотелось бы тут застрять внизу. 11 апреля проходили инженеры по эксплуатации Волчок, Даль и Холланд. Установили распорядок посещений раз в 2 недели. До тех пор, пока связь с Лумар не будет снова работать на 100%. 13 сентября. Отдан приказ по эвакуации Таумы. Все отправляемся на микрон. Если нас ожидают монстры, радио не работает, нам кранты. Обычно нажать, что нужно, я не знаю. Ну, где мне его взять? Уйти, блять, иди нахуй. Здесь пусто. Отстань нахуй. Здесь пусто. Нам вот сюда, видимо, нужен Йохан Росс. Отстань, блять. Где нам его взять? Подожди. Может, ты знаешь? Подожди, может, не знаю. Разве нельзя ему помочь? Нет. Успокоительные закончились. Был бы пистолет, пора было бы его достать. Ха. Не ожидала, что так все кончится. Надо было сесть на подъемник до омикрона. Без ковчега?
Забудьте вы о ковчеге. Нет, не надо так говорить. Это единственное, что осталось ценного, вы же знаете. Да, да. Не бросайте его. Когда-нибудь мы все умрем, и что тогда? Лучше хранить его до тех пор. Нельзя же, чтобы Ниу его забрала и поглотила целиком. А где, где хранить? Подожди, что же мы нахрен наделали? Эй, постарайтесь об этом не думать. Всю свою жизнь я был хорошим человеком. Мы все запороли, Сара. Тише, тише. Надо было лететь, рискнуть. Еще есть время. Ивашкин говорит, можно снова попробовать, пока все уляжется. Это можно сделать, понимаете? Просто нужно. Это все прошло хорошо, все весь пошло вакцинированный и загружен в ковчег. Мы с ним на шаттл до станции Микрон. Отбываем как можно скорее. Омикрон, Эймс, Сиги и ее команда радушно нас приветствовали. Сканирование прошло хорошо, теперь у нас большая часть команды. Тау, на станции Тау мы нашли пятерых выживших. Они сидели там несколько месяцев без радиосвязи и нормальной еды. Нам удалось просканировать их всех, хоть мне и кажется, что их прибытие выживет в ковчеге некоторое трение. Ведь они считают, что Омикрон их бросил. Будем надеяться, что они смогут простить друг друга. И все пошло к чертям, мы не смогли организовать запуск, возвращаем на Тау, чтобы разобраться. Чел. Вы человек? Сара Линдол, техник по полезной нагрузке к вашим услугам. Редкое зрелище, да? Пожалуй, что. Вы первый живой человек за все время. Внизу нас немного осталось. Большинство наверху, на плато. В смысле, на Омикроне? Да. На Омикроне живых нет. Вы там были? Я везде был. Тесс на Эпсилоне. Развалины Лямды. Заброшенная Дельта, Тета. Вы были на Тете? От Патоса 2 мало что осталось. И из живых вам попалась только я? Я что, последний живой человек на Земле? Простите. Да кто вы? Саймон Джаред. Работаете? Нигде. Я работал в книжном магазине в Торонто. Долго объяснять. Так какого черта вы тут делаете? Я ищу ковчег. Зачем он вам? Как вы про него узнали? Слышал, это последняя надежда для людей. Еще как последняя. Так зачем он вам? Отнести к пушке на Фио, запустить его в космос. Да, план такой и был. Я охраняю ковчег с тех пор, как мы его вернули на Тау. Так и не смогла его бросить. Честно говоря, у меня нет сил спорить. И уж точно нет времени ждать, когда сюда придет еще кто-нибудь с разумом. Он ваш. Собирайте. Спасибо. Я могу вам чем-то помочь? Что-нибудь сделать?
Вы можете меня убить. Ну, вы даете. Вы серьезно насчет убить? Нет, лучше тут останусь. Буду ждать, пока сама не засохну. Саймон, дерьмо, такая жизнь. Я так жить не хочу. Разве мы не должны как-то сохранить вам жизнь? Смысл? Вы же последний человек. Закрывать на это глаза неуважение ко всей нашей истории. Да, у нас есть ковчег, но вы ведь настоящая. Спасибо. Пожалуй, лучший комплимент за всю мою жизнь. Но если честно, ковчег – это все, что у нас есть. Придется нам смириться. Понимаете? Это неправильно. Саймон, я хочу умереть. Осуждаем, блядь. Сара. Подумайте об этом. Осуждаем. Не подведите. Осуждаем тебя, ёпта, нет. Ни в ком... Поверить не могу. Я последняя. С ума сойти. Ну, ради бога. Мне тут скрывать нечего. Хорошо, что вы зашли. Наконец-то. Если бы я знала, что вы придете, я бы тут прибралась. Идешь пизду, не буду они начинать трогать. Очень похоже, да, в главном меню, когда... В главном меню, когда есть эта тема, да? Вот очень похоже. Бля, не пугай. Удачи, Саймон. Ага, подробное описание всех базовых химикатов и смесей на Патоксе 2, которые могут использовать как пищу в случае возникновения связания с описанием доступ САР, ага. Не, я туда не пойду, ребят. Ну, не просто же так, правильно все. Я не буду тебя, понимаешь? Я не буду тебя трогать. Что там нету нахуй. Берегите себя. И вы себя. Или сходить в ту комнату все-таки. Или сходить. Я бы не стал, честно. Посмотрим, может, что там. Бля, я бы не стал сейчас. До встречи. Давайте. Я бы не стал. Сука, я прям. Я вижу, у меня кнопка. Ну та комната, ребят. Рассосешь ты хуй. Рассосешь хуя. Все. Доброго.
Ты, блядь, образом должен выровнять все. Пока что жестко, помоги нам. А не пугай, блядь. Он мне помогает, ты заметили, что помогает? Мы уже близко. Помогает, он хоть и пугает, но помогает. Вообще не трогает никак. Стрёмный пиздец. Я в этом прикол без всех хорроров, я так думаю. Хорошо, хорошо. Он это я такой, блять, что? Кто это вообще? Знаешь, он нам помогает, ну. Он ничего плохого не помогает, нам говорит, пошли, типа, он говорит, все пошло наперекосяк, станция Альфа.
нахуй на вот эту тему. Пожалуйста, пусть здесь не будет никаких хуйн, блядь. Раз уж это финал. Ну, я как-то так всему. Все это к этому идет, если что. Что это финал? Блядь, ну не надо, ну. Скажи, что тебе надо? Это Ир. Что? Это Ир говорит или что? О чем ты говоришь? Ты говоришь, что токсин, который во мне, убьет и Нил? Делать, ёпты. Нельзя, чтобы Ниву распространяла свою гнусь. Убей его. Успокойся. Девочка сказала, что хуйня, как бы да. Как бы да, но не нужно мне. Да, нужен нахуй. Смотри, я не стал. Я мог, но я не стал. Может, типа, в конце лучше. Блять, беги! Беги, нахуй! Thank you.
отсоси хуя. Отсоси. Мужик, блядь, ну беги, блядь. Сихуя, блядь, да? Блядь, смотал, ты туда. Все, побежали. Блядь, я затупил. Блядь, я застрял. Часы как хуйня здоровая, блядь. Погнали. Блядь, ну а... Бля, еще застрял. Ну, может, ты встанешь, ёпта? Мужик, вставай, вставай. Не ползай туда. Да, что-то нам прям вообще херовенько. А как пробежать ее? Подожди, нам подумать, как-то должны быть рычажи этой темы, да? Yeah.
Это же станция Фит, да? Надеюсь, что ковчег уцелел. Давай сюда. Бля, смотри, мой перс вообще хуёво. Максимально. Кэтрин, вы меня слышите? Слышу вас. Это Фи. Что случилось с Тау? Много чего. Но теперь мы идем по графику. Вы нашли ковчег? Нашел, но по дороге потерялся, когда ехал на вагонетке на Фи, так что он должен быть где-то рядом. Отлично. Идем к нему. Работает. Куда идти-то, скажи мне. Да, получается. Вы узнали, что случилось с командой ковчега? Не совсем. Она почему-то не закончила запуск, и ковчег забрали на Тау. Надеюсь, с космической пушкой все хорошо. Да, я ее починить вряд ли сумею. Че? Без хпшки идем уже, блять, максимально. Прямо самый долгий день в моей жизни. Уже прошел всего день. Я не знаю. Для меня наш с вами поход просто мешанина событий. Ну а сколько времени? Какой день? 11 мая 2104 года, 3:30 утра. Но я не помню, когда мы начали. Хпшку хоть восполним с вами. Знаете, я сегодня проснулся в своей постели. А ведь это было 100 лет назад. Звучит странно. Так и есть. Я проснулся в своей постели 100 лет назад. Кто я? И что делать? Блять. С ума сойти, где я оказался. Мало того, что в будущем, так еще и посреди океана. Я ничего не знаю об этом времени и о том, как выглядит мир. Ну, вы немного потеряли. До кометы-то все нормально было. Да. Вы уже не перехваливаете. А то вдруг ковчег идти передумаю. Кажется, я нашел камеру сборки. Что видно? Там большая открытая гильза, готовая к загрузке. Отлично. Все готово для ковчега. Да, сейчас заберу. Подожди, а где сам ковчег? Вы предлагаете оставить его здесь? Но ведь тогда вся затея теряет смысл. Вечность среди звезд, помните? Люди в ковчеге не заметят разницы. Мы можем просто оставить его тут, и тогда не придется рисковать, запуская ковчег через сломанный 5-километровый ствол и 100 километров пыльной атмосферы. А оболочка выдержит давление? Но шансы не очень большие. Кэтрин, скажите что-нибудь. Мне все равно, что вы думаете. Я запускаю. Ну вот зачем вы так? Давайте подождем, пока и подумаем. Всегда успеем запустить. Нет, мы так не договаривались. Ковчег сделан, чтобы их спасти. Чтобы запустить его. Там есть надежда. А здесь только чертов террариум, в котором мы все и подохнем. Бросьте, Кэтрин, я что, много прошу?
Давайте просто подумаем, прежде чем рисковать единственной надеждой человечества на спасение. Нет, запускаем сегодня. Это мой проект. Мой ковчег. Уже не только ваш. Вы не понимаете? Это не вам решать. Мы говорим о судьбе человечества. Отойдите от ковчега. Я его забираю. Ну уж нет. Я не дам вам все испортить. Хватит! Люди, успокойтесь! Отойдите от меня! Нет! Да вы что, охренели? Это случайно. Кэтрин, поговорите со мной, Кэтрин. Это Кэтрин, так и то... Боже мой. Кэтрин, так и... Кэтрин. Вы что-то сказали? Это вы. Несчастный случай. Вы о чем? А, вы Кэтрин. Не волнуйтесь, так даже лучше. Ну, хуй знает. Блядь, прикинь, ее свои же. Ой, несчастный случай, свои же просто взяли и... Охренеть. Ебанешься. Блядь, это очень грустная тема, очень грустная. Пожалуйста, можно без этого? Как она умерла? Мы начали спорить с коллегами. Хотели рисковать и запускать ковчег, думали, что он не пройдет атмосферу. Они убили меня? Я уверен, что не умышленно. Просто пытались не дать вам провести замок. Да как они могли? Кэтрин. Я знаю, что меня нелегко любить, но я думала, они мне верили. Перестаньте, не надо так. Это жесткая тема, честно, это прям, ну, грустно. А у вас были друзья в Торонто, Саймон? Настоящие друзья? Было несколько. Джесси, Шон, Кевин. Я всегда хотела иметь друга, настоящего, того, с кем можно не сдерживаться. Я буду вашим другом. Ай, дружба и жалости еще лучше. Бля, пиздец, это грустная тема. Как вы думаете, ковчег пройдет через атмосферу в космос? Это уже не особо важно. Надо просто попробовать. Если сгорим, то сгорим. Если повезет, дадим человечеству надежду. Целую новую эру. Это все? Я не очень знакома с разного рода орудиями. А, вот. Все системы готовы. Начинаем. Вернитесь, и мы пойдем к орудию. Это очень грустно, блядь, очень хрец. Да, вот ее жалко, реально, ее жалко вообще. Что теперь? Теперь надо ставить снаряд в пушку, а потом бабах. Вы ничего не забыли? Как мы с вами попадем на ковчег, разве? Не нужно нас просканировать. О, не беспокойтесь. Космическая пушка Омега управляется не голыми руками. Выходит, тут место пилота? Как на Омикроне? Да, и мы можем с его помощью переместить вас на ковчег, управляя пушкой. Сразу двух зайцев. А сейчас возьмите умный инструмент и подключите его рядом с сиденьем, а я скажу, что делать. Спутник загружается в снаряд. Снаряд ускоряется электромагнитами в стволе. Снаряд набирает скорость, достаточную для преодоления земной гравитации. При выходе в космос спутник сбрасывает с себя оболочку и раскрывается. Маневровые двигатели выводят спутник на орбиту.
остановлены. Если взгляд безупречной работы космических пушек, а мега превращает работу нашим планом смог помещать только Апокалипсис. Пиздец. Ну вот, go, чё. Просто, блядь, диск за... Короче, диск заполнился максимально по памяти. А, все, до свидания, хуй, ебать, аж перепугался. В общем, я думаю, так получше будет, да, что со светом сейчас даже было видно, что было все видно. В общем, что сказать, погнали, что. Надо будет, когда все закончится. Точно. Садитесь. Удобно? Конечно, жду не дождусь. Так, сейчас я включу сиденье. Вы будете управлять машинами и загрузите снаряд в орбите. Как управлять этой штукой? Не знаю, я не пробовала. Но все знают, что это просто, так что проблемы быть не должно. Надо перенести наш разум на ковчег. И еще надо, чтобы он обязательно запустился. Так что я вывела все на одну кнопку. Нажимайте ее, и мы полетим. Начинаем, назад пути нет. Спасибо. Дай мне совет. Вы совершили невероятное. Знаете, что я вам очень признательна. Осталось 20 секунд. Чего так долго грузит? Подождите секунду. Я думал, в будущем грузиться будет быстрее. Десять секунд. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Вы издеваетесь? Пять. Четыре. Три. Ну же, грузись! Два. Да! Да! Заживись! Получилось! Ха-ха! Пошло не так. Все нормально. Они там, среди звезд. А мы тут. Нет, мы же садились на ковчег, я видел. Он закончил загружаться прямо перед стартом. Да, я видела. Так почему мы здесь? Саймон, я вам 100 раз уже говорила, как это работает, а вы не слушаете. Вы знаете, почему мы здесь. Нас не перенесли на ковчег, а скопировали. Игра судьбой проиграна. Вами и мной. Как и с Саймоном на Омикроне, как и тем, кто умер в Торонто 100 лет назад. Нет, что вы несете? Мы такой путь проделали, мы запустили ковчег! Понимаю, мало радости, но зато наши копии там. Кэтрин и Саймон сейчас на ковчеге. Порадуйтесь за них. Вы спятили? Мы тут подохнем, а эти сволочи будут жить себе в космосе! Это не мы! Они не мы! Мне жаль, что вы так думаете, Саймон. А я горжусь тем, что мы сделали. Мы сохранили частичку истории человечества протяженностью в 1000 лет. Дали ей жить дальше.
нет, в жопу! Твою ж нахрен, сука! Да пошла ты, Кэтрин, ты врала! А я тебе верил, я слушал тебя! Ты сказала, мы попадем на ковчег! Мы и есть на ковчеге, идиот! Я не врала! Я не могу отвечать за вашу тупость! Вы тупой сука! Кэтрин, прошу, не бросайте меня. Кэтрин? Кэтрин? Что? Ебать. Охуеть. Что, ребят, могу сказать по поводу игры? Блять, грустная концовка. Очень грустная концовка, очень. Кто ее не понял, объясню. Их скопировали на ковчег, к которому мы шли. Ковчег запущен, все хорошо, но их копии там находятся, не они сами. Они сами находятся под водой. Под водой, как и все роботы. Главный герой наш пошел на сканирование. По итогу вот что произошло. И копить теперь ковчеги, это вроде хорошо, вроде бы, знаете, грустно то, что он остался один, главный герой, в подводном мире, и это пиздец. Игра очень классная, игра, блядь, и пугает, и захватывает, и интересно по сюжету. Но... но очень грустно, очень грустно. Очень грустная игра, очень, ну, не то что грустная игра, а грустный финал. С одной стороны, вроде хэппи-энд, да, что их отправили, их копии все-таки отправили туда. С другой стороны, мы этого не увидели и проделали такой огромный путь. Классная игра, реально классная. Эта игра становится 100% на полочку вместе с метро, 100%. Walking Dead, The Wolf Among Us. Она то становится, потому что это прям, блять, охуенная игра. Меня прям захватило, прям окунуло реально в эту игру. Очень окунуло. Что же будет? Что, подъёбочки сейчас будут? Опа, подожди. Блядь, нас загрузили, что ли? О, это сработало? Нет, блядь. Мужик, нас загрузили в симуляцию. Симуляция, я думаю. Как помните, мы тогда тоже загружали челика? Или нет? Бать, вот это... Охуеть. Все как на фотках, помните? Все как на фотках. Охуеть. Здравствуйте. Если вы читаете сообщение, вы приняты в проект Ковчег. Цель данного вопроса — помочь разработчикам лучше понять. Блять, что? Бля, красиво. Реально красиво довольно-таки. Охуеть. А вот смотри. Что, как на фотках? Чешу, что, ну, как на фотках или нет?
Кэтрин? Кэтрин? Глазам не верю, у нас получилось. Но мы смогли. Прямо гора с плеч. Все хорошо, Сэм. Теперь все хорошо. Пиздец. Просто пиздец. Охуеть. Этого я не ожидал. Это вот хэппи-энд, да? Это хэппи-энд. Да уж. Почему такая игра была на прохождение, ребят? Спасибо вам большое, что побыли со мной в этом увлекательном приключении. Как я понял, тут на картинке она, да? Она вроде тут. Блин, интересно, сколько здесь, есть ли тут какие-то вообще концовки разные, или тут только одна по итогу-то. Ну вот, но вроде хэппи-энд, а вроде бы понимаешь, что все равно это копия. А настоящий наш главный герой остался под водой, под водой. И это очень, знаете как, это очень такое грустная тема, грустная. Так вот, игра очень мне понравилась, зашла. Да, есть свои какие-то маленькие баги, да, с теми же монстрами, чем не монстрами. Ну, в любом случае, есть свои баги, там маленькие недочеты. Но игра-то сколько? Она 2015, вроде 2015 года игра, и, блин, ей сколько лет уже. В принципе, блин, достойная игра. Честно, я вот хочу сделать только одно. Это вот это. Это вот я хотел, просто выражаю свою, так сказать, поддержку, не поддержку разработчикам. Блять, охуенная игра. Классная. Я таких игр, по крайней мере, не видел в стиле хоррора. Ну как, видел, мы проходили, да, с вами одну. Вот, но там она чуть-чуть другая. Там она, в принципе, про персонажей нескольких, а тут про одного, и, блядь, каждый по-своему, конечно, в любом случае, каждая игра по-своему уникальна. Бля, классная игра. Охуенная. Причем она очень довольно-таки короткая. Ну, не прям длинная, скажем так, довольно-таки быстрая и короткая. Очень быстро проходится. Очень быстро проходится, и, блин, говорю, она поглощает только так. Просто ты зашел, начал играть, все, прошел начало, все, начал играть, и тебя просто захватывает. Захват, да, она страшная. По-своему, да, но в том плане, что там, ну, это хоррор. Он тебя пугает, но ты ходишь все больше и больше туда. Ну, конечно, хочешь все больше и больше играть в нее. Узнать, в чем суть, дойти до финала, как раз таки в финале уже сказать, ебать. Да. Но эта игра станет 100% становится на полочку вместе с Walking Dead, с Wolf Among Us, с Метро, со Сталкером. Это туда становится 100% на полочку, потому что эта игра прям, ну, для меня она невероятна и прикольная. Побольше бы таких игр. Вот. Бля, классно.
Спасибо, ребят, за путешествие такое классное. Чтобы вы были в таком путешествии классном с вами в данной игре. Это была Сома. Хоррор-игра. Очень увлекательная, очень завораживающая, интересная, реально прям вот. Прям классная. Спасибо за просмотр. Телеграм-канал в ваших ранах, там инсайд, уведомления, поддержите, ребят, тоже. Вам не сложно, мне приятно, реально это очень сильно мотивирует. И на канал тоже. Ну, можете на телеграме подписаться, чисто на канал подпишитесь, поставьте лайк этому видео и все. Реально. Для меня это поддержка, для вас секунду дело, для меня это огромная поддержка. Спасибо огромное за такую поддержку. На телеграм ну, можете подписаться, если вам интересно именно инсайд, да, и просто или были ради уведомлений, если у вас там YouTube чуть подлагивает, да, и просто мне отправляет уведомления. Огромное спасибо в любом случае. Спасибо еще раз, что побыли со мной в этом приключении. Это, блядь, о, блядь, реально классная игра. Я бы ее перепрошел. Жалко, что нет продолжения этой игры. Жалко, что нет продолжения. Блин, я прошел бы вторую часть. Но с другой стороны, вроде бы история закончена, да? Вроде бы история закончена. Очень классно. Бля, классная игра. Спасибо еще раз за просмотр, ребят. Это была Сома. Очень увлекательная игра. Ссылка в описании на плейлист по полному прохождению, кто не смотрел, посмотрите с первой серии, да, там. Тут просто вы углубитесь в этот сюжет, в эту атмосферу, в принципе. Там вот в описании, да, ссылочка. И подсказочка, там тоже подсказка на плейлист и на предыдущую серию, да, там, по данной игре. Блядь, очень классная игра, мне очень понравилась. Надеюсь, тоже. Напишите в комментариях, как вам игра, в принципе, понравилась или нет. Мне прям зашла пиздец. Очень сильно зашла. Прям реально классно. Спасибо еще раз за просмотр, ребят. Спасибо вам за приключения. На этом будем заканчивать. Блять, просто я, ну... Я хуею, реально. Игра просто, блять... Бля, мне нужно, ребят, если вы не понимаете, о чем я, и после просмотра всех серий вы не поняли, о чем я говорю, поиграйте. Зайдите, поиграйте в эту игру. Она просто охуенная. Для 15-го года, для 15-го года вроде как. На 15, вроде как 15-го, вроде как 15-го года вышло, бля, для того года это, ну, для 15-го года это вообще ебать того, что за игра. Если я не ошибаюсь, это вроде бы как... Вроде бы как. То ли разработчики The Dark Pictures Anthology, то ли нет, я не, точно не помню. Может быть нет, может я ошибаюсь. Но в любом случае игра прикольно получилась. Блять, охуенно. Очень много эмоций оставила игра. И это главное. И главное, что очень много эмоций оставила. Что если игра не оставляет эмоций, то это, ну, пустышка, а не игра. Эта игра оставила эмоции. Ну, либо вы не прониклись игрой, да? Бля, эта игра много оставила эмоций, поэтому, блядь, очень классная игра. Ладно, ребят, давайте.